Сейчас мы выйдем прям буквально с тобой, да? Выхожу. Ну тебя там не видно, что я загорожу. Все. Час обещали, ты видишь, а время уже 20 минут второго. А время 20 минут второго. Так, всем привет, мои дорогие. Всем приветик. Я сегодня в обновке. И опять пришла за обновками. Вот. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Как приятно вас всех видеть, вернее не видеть, а читать. Всем привет, всем привет. Так, всем привет. Добрый день. Кстати, хочу сказать, что мне сегодня поступило предложение. Предложение, я буду участвовать в ток-шоу. Вот, в каком ток-шоу я вам напишу позже. 8 декабря будет ток-шоу у одной саратовской красотки, которая очень спортивная, красивая. Она мне очень импонирует. У нее будет фестиваль спорта, фитнеса и правильного питания 8 декабря. И она меня пригласила экспертом по правильному питанию. Я поделюсь своим опытом. Я расскажу, как я питаюсь, вот. Но это все будет позднее. Так, вы мне напишите, пожалуйста, кто-нибудь, как меня видно и слышно. Аллочка, привет. Аллочка, привет. Пожалуйста, напишите, как меня видно и слышно. Ой, спасибо, спасибо. Так, немного сейчас я расскажу. Всем привет. Отлично. Я рада. Я сейчас расскажу, где я нахожусь. Я пришла в свой любимый шоурум, где я покупаю спортивную одежду в Саратове. Спасибо. Потому что я предпочитаю из спортивной одежды Nike. Предпочитаю спортивную одежду покупать еще в ЦУМе. Последнее время там не покупала, потому что жду распродажи. Потому что там очень дорого. А в Саратове я покупаю одежду в Premium Fit, только здесь. Вот. Сегодня я пришла выбрать комплект себе одежды. Но вот сейчас здесь находится хозяйка шоурума, Юлечка. Она сказала, что у нее будет в ближайшее время поступление какой-то невероятной коллекции от бразильского бренда. И, соответственно, сегодня, скорее всего, я вам только смогу показать, какие тут есть еще новинки. Я тут зашла и сразу охренела просто от вот этой юбки. Я вам сейчас покажу. Вот. И буду мерить сегодня купальники. Потому что все-таки в конце января мы уезжаем на Мальдивы. А я люблю готовить сани летом. И, соответственно, я уже сейчас начну себе подбирать купальники, туники. Вот. И собирать чемодан, но это будет после Нового года. Здравствуйте, здравствуйте. Всем привет. Так что вот такие вот дела. Если кто-то озадачен поиском спортивной одежды. Я сейчас буду немного показывать, что здесь есть у Юли в шоуруме из спортивной одежды. И, в принципе, тогда напишите, какой вас комплект заинтересует. И я, наверное, на следующей неделе, когда поступит новая бразильская коллекция, я для вас смогу это померить. Вы посмотрите, как это будет смотреться на обычном человеке. Не модельных параметров, а обычных параметров. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Задавайте мне вопросы, потому что я буквально минут на 10, наверное, буду в прямом эфире. Задавайте мне вопросы по поводу, да по любому поводу. На какой смогу красиво ответить, на тот и отвечу. Вот. А дабы я сейчас нахожусь в шоуруме, то я сейчас немного расскажу, что он находится, так, до Нового года уже не поедете никуда. Нет. До Нового года никуда я не поеду. Новый год, скорее всего, будем отмечать в Саратове. Но, может быть, планы изменятся, потому что я такая.
могу все поменять в последний момент. Вот, шоу-рум, так, рост и вес, 59-58 у меня вес, и 1,66 м у меня рост. Все стандартное. Вот. Хочу 55, вот добиваюсь 55 уже, блин, наверное, лет 10. Первый раз, да, первый раз на Мальдивы. Первый раз на Мальдивы я поеду, надеюсь, что я поеду. Так, шоу-рум расположен в торговом комплексе «Навигатор». Вот я здесь припарковала машину, тут просто вообще шикарнейшая парковка, с парковкой вообще нет проблем, сейчас я вам покажу. То есть, но нужно заказать все-таки пропуск. То есть вот-вот-вот, вон там стоит моя маленькая красавица, вот. То есть я подъехала спокойно, заехала на парковочку, припарковалась, и вот я здесь в шоуруме. Так, заходили с Русом. Вы знаете, я просто... стала часто вот себя снимать в сторизы, в прямых эфирах я на себя смотрю со стороны. И что-то я так подумала, что мне нужно обязательно сменить цвет волос. В плане того, что я стала пользоваться баллончиком окрашивающим от L'Oréal. И я так себя оценила со стороны, мне показалось, что с темными корнями мне лучше. Вот, смотрю, ой, спасибо большое, так, не игнорьте. Че-че-че, а че вы там спросили, я просто... прошляпила вопрос ваш. Еще раз, я никого не игнорирую, просто не могу сразу всем ответить. Вот, потому что пока рассказываю, пропускаю, наверное, вопрос. Так, по поводу спортивной одежды. Значит, я вам сказала, что на той неделе, скорее всего, я это все приду, померяю и что-нибудь себе куплю, какую-нибудь новиночку. Потому что, когда я покупаю что-то новое... Вот как сегодня пальто. И юбку я еще сегодня себе купила офигенскую. Вот. То у меня прям отличное настроение. Все. То есть я шопоголик, зависимый от покупок. Настроение тоже от покупок зависит. То есть оделась красиво, пошла в чем-то новом и офигенно себя чувствую. Спасибо большое. Юбку покажите. Юбка лежит в машине. Не покажу. Сейчас я вам покажу. Так, баллончик. Сейчас я вам покажу юбку, которая здесь меня впечатлила в магазине. Я как зашла, я говорю, блин, ни хрен на себе. То есть тоже она прям бомба. Что, блондник, как вам этот баллончик? Нет, у меня баллончик L'Oréal. Просто вот я их захотела покраситься, но краска тоже вот как-то смывается. Но сам факт, что баллончик L'Oréal цвет русый. Он смывается после первой помывки волос. Так, вот я сейчас вам покажу, что здесь мне понравилось. Смотрите, какая юбка. Вообще зачетная. Юбка-шорты, да? Слушай, ну вот это вот прям неоднозначно это надо. То есть я, может, даже и сейчас это все померяю. Потому что юбка вообще классная для тренировок. Вот мне очень идут на мою фигуру. У меня широкие бедра. Бедра у меня 97 сантиметров обхватом. Грудь 97, если кому интересно, талия 70. То есть, в принципе, параметры такие хорошие, в плане того, что фигура смотрится, когда грудь и бедра одного размера, а талия, то есть, другого. То есть, фигура смотрится хорошо. Вот, поэтому добивайтесь лучше параметров, не стремитесь к цифре на весах, а лучше, чтобы у вас были пропорции красивые. Тогда фигура будет смотреться бомба. Так, потом еще... Прихожу на тренировку, это я рассказываю сейчас, вот, Юля, прихожу на тренировку, у меня вообще, меня тренирует чемпион мира Кравцов Владимир, у нас есть, живет такой в Саратове, знаменитый спортсмен, он чемпион мира по жиму штанги лежа, у него рекорд, если мне не изменяет память, по-моему, 304 килограмма в жиме. Я с ним занимаюсь уже 15 лет, у нас с ним определенная методика тренировок, вот, поэтому я... Считаю, что я только благодаря его тренировкам вот так вот выгляжу тоже. И благодаря им однозначно. Короче, я на тренировку, вот на предыдущую, когда я занималась? Я занималась с ним во вторник. Мы по вторникам и по субботам встречаемся. Я пришла вот в этом шикарном костюме, который вот я у Юли приобрела перед фитнес-туром в Турции. Вот. Короче, я пришла в шортах. И я пришла в Рашгарде, вот в таком вот укороченном. И он сразу такой, Юлия Геннадьевна, премиум фит. Я говорю, да. Он говорит, бомба. Вот, то есть костюм вообще роскошный. Наш мужчина знает название.
Да. Даже чемпионы мира, ты понимаешь, знают название. Вот ты понимаешь? Вот. И я такая думаю, наверное, мне еще нужны лосины. Потому что, конечно, вот в таких коротких шортах в зале... Да, заниматься вообще прикольно. Вот, все взгляды были направлены на меня, вот в таких шортиках. Но все-таки, если я делаю тяжелую тренировку приседы, у меня наклоны, то однозначно все-таки мне будут нужны лосинчики. Так, сейчас я дальше, я извиняюсь, что-то... Так, юбку покажите. Так, вы красотка, у вас фото, где вы с малышом, какой у вас был вес? 59. Так, вы считаете себя богатыми? Нет. Я вообще абсолютно никакой не богатый, обычный человек. Которая там вам понравилась. Ну вот я и показала вам. Покажите юбку, которая впечатлила. Так, ну вот еще раз. Значит, юбку, которая впечатлила. Вот она. Вот юбка, шорты. Короче, для тренировок, и вообще я люблю вот такие вот все секси-шмекси-шмотки. Вот, для тренировок она будет обалденная, потому что снизу шортики. И фасон у нее как раз классный. Так, счастье любит тишину. Как вы к этому относитесь? Не знаю, да, счастье любит тишину. А почему вы считаете, что я о своем счастье громко говорю? Инстаграм, честно говоря, стал, наверное, частью не моей жизни, а моей работы. Вот, то есть я рекламирую в основном услуги нашей автомойки, вот, и чтобы у меня было подписчиков больше, я стараюсь что-то делать интересное, выкладывать интересные фотки, видео, вот, а счастье, да, любит тишину на самом деле, не думайте то, что я прям целый день что-то такое делаю и вам все показываю. Показываю я процентов только 20, наверное, или даже, может быть, 10. Спасибо. Да, на мне все сидит отлично. Вот не буду скромничать, на самом деле. Сидит просто вообще все потрясающе. Вот. Покупка... Так, отказ себе в покупках, да, вредно для здоровья. Ну, не знаю, я иногда могу себе отказать. Просто иногда бывают очень дорогие вещи, мне нравится. Вообще, мне нравится все самое лучшее. Все самое дорогое, все самое прям козырное. То есть мне, я не покупаю дешевые вещи. Так, вы женщина-праздник. Ой, спасибо, спасибо большое. Очень приятно. Анапе большой привет. Не у каждого такая машина. Но вы знаете, многие считают, что я ездю на говно машине. Понимаете? То есть, что у меня машина старая, что ей 3 года. На самом деле, я не помню, сколько лет моей машине, но 3 года, по-моему, точно есть. Где-то вот в этом вот пределе. 3 или 4 года у меня машине. Вот, то есть некоторые вот говорят, что у меня херня машина. Поэтому, видите, у каждого свои параметры богатства, показатели богатства. Поедете... Но все-таки не тот товар, который надо, мне кажется, менять раз в год. Да, я тоже так думаю, да, да. Я вообще не понимаю, кто меняет так часто машину. Цвет юбки только оливковый. Только оливковый, да, у тебя, да, цвет, да, юбки. Да. Так, привет из Анапы. Что-то пока все тормознул с вопроса. Так, сейчас тогда еще покажем. А, что-то я показала вот этот костюм, который у меня. И то, что вот что мне нравится. Что мне вот понравилось. Я сейчас такая раз зашла и думаю, блин, мне точно надо. Вот мне нужны перчатки. Только мне нужен, Юль, маленький размер. Вот я сейчас померю, наверное, вот эти вот перчатки, потому что я свои от Стеллы Маккартни потеряла. Не могу найти. И теперь мне нужны, я так думаю, что все-таки яркие мне нужны перчатки. Вот я их и померю. Вот, а носки, я смотрю, у тебя появились. Не было носочек. Вот, вот такие перчатки. Да? Так. Сколько вам лет? Мне 46 лет, никакого нет секрета. Скажите, прослушав примерочной... Ой, вы знаете, мне же тут написали, я уже удалила один пост, мне написали, говорят, сколько можно про эту тёлочку разговоров вести, больно много ей внимания, все. Так, вот, просто я вчера, меня снимали на фото, и я вышла в нижнем белье и в шубе, я вышла в коридор, грубо говоря, торгового центра, не в отделе находилась, а вышла в коридор. И вот продавщица...
неадекватно начала реагировать. То есть пока я переодевалась в примерочной, она начала там очень громко говорить, что она что, себя не видит, что ли? Как это она может? Это старая кошелка, как она может типа в нижнем белье вот так вот ходить? А я, честно говоря, что-то я такая подумала, наверное, я, может быть, и неправильно сделала свою фотосессию. Мне надо было все-таки попросить, чтобы меня сняли вот в этом вот образе, в котором я вчера была, ботфорты, шикарное нижнее белье и шуба на эскалаторе, что я спускаюсь на эскалаторе, и люди на меня оборачиваются, и я бац, перед кем-нибудь я так вот эту шубу и открыла. Вот это была бы бомба, понимаете? Видео в топ вышло бы 100%. Вот, классный топ, да. Тут и выходить в топ не надо, тут уже все в топе. Самая лучшая одежда в топе. Вот эти вот классные леггинсы вообще. Она не едет. Я не еду в Тай. Вот что. Я не еду в Тай. Но зарекаться не буду. Все может измениться в одну секунду и в одну минуту. Хрен его знает. Может быть, муж скажет, все, Юленечка, мы едем. Вот лосина охеренная. Тоже я их буду мерить. Я что-то их не видела, их не было, да? Да, вот эти лосины классные. По поводу одежды, вот костюмы, вот это, вот что у меня костюм, тут они есть еще и разных расцветок, если кто-то не хочет, вот. Да? Есть вот черный, ну-ка. Вот. А, слушай, да, да, расцветки неплохие очень. Да. Угу. Качество вот это вот потрясающее. Я раньше этот бренд заказывала, честно признаюсь, в Москве. То есть я посмотрела инстаграм одной модной московской телочки, она рекламировала одежду вот этого вот бренда. И я заказала пару комплектов в Москве. Вот, новинка, угу. Слушай, крутой. Крутой, это очень. Цели, что вот леопард, ну, я имею в виду, угу. Такую спортивную одежду можно найти. Вы знаете, Юля, в принципе, отправляет по всему миру. Да. У меня даже приятельница, вот с ЮАР у нас была в фитнес-туре, девочка с ЮАР. То есть она ей отправляла и в ЮАР. Да. И что она не смогла лосины даже одни отправить, я захватила их с собой в чемодане. Так что если кто заморочен тем, что в Челябинск надо, вообще без проблем, все отправят. А в Москве есть такой магазин? Нет, в Москве нет такого магазина, сразу вам говорю. Такого вот, блин, в Москве нет, понимаете? То есть я там заказывала все по интернету и, соответственно, мерила там в ЦУМовской примерочной это все быстро, потому что курьер пока ждал, надо было все померить. А тут удобно, вы можете прийти, поставить машину на стоянку, все померить, и вообще проблем нет. Вот. Лен, привет, моя. Блин, будут все, кто октябрь прогуль. Да, да, да. Подожди еще, Марина Пенза еще тоже под вопросом. Тоже она ничего не покупала. Вот, я хочу. Тем более у нас там день рождения у одной будет. Так, купальники какие есть. Сейчас покажем купальники. Купальники я буду примерять все-таки. Купальники, вот. Купальники. Вот этот вот купальник офигенский. Да, это прям очень. Да. То есть я его купила, он у меня в летней коллекции лежит, я его летом носила, этот купальник, с туникой. Вот этот купальник я мерила, но пока я думаю насчет него. Вот. Вот эти вот купальники тоже клевые. И, соответственно, вот эти вот. Вот. Вот этот купальник, который стал яблоком раздора. У меня криминальный купальник, да, его Юля называют. Вот этот криминальный купальник. Вот, потому что он криминальный, не будем вдаваться в подробности. Так, да, все померяю, все узнала. Да, Лен, я просто, понимаешь, что-то не знаю я. Вот я не узнала, я увидела, да. Что ты только такие интересные, можешь писать фразы, вопросы и юморить. Так, купальник. Вот купальник тоже офигенный. Кстати, что-то я не помню, Санжировска объявила в фитнес-туре, какие нужны будут купальники. По-моему, красные в этот раз. То есть, девочки, мои красавицы, наша фитнес-банда, вот эти купальники, это будет бомба. Да, вот это однозначно. Куда там? Весь Таиланд
Таиланд, да. Вот это вот вообще пипец, какие купальники, Ленок, слышишь? Так, а сколько они стоят? Ты можешь сказать? 8500 стоит купальник. Цвет вообще просто необыкновенный, вот сразу говорю. И прям секси, 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 шмекси. Вот, вот они. То есть размеры есть. Сюда, кстати, вставляются чашки еще. Вот. Поэтому... Так, мне нравится ваша розовая юбочка. Юбка у меня фирма французская Параш. Покупала ее в Москве 300 лет назад. До сих пор она радует не только меня, но и тех, кто видит меня в этой юбке. Вот купальники офигенские. Вот эти вот вообще просто шикарно сидят. Грудь делают такой сексуальной очень. То есть вот эти купальники, то есть на Мальдивы я однозначно возьму какой-нибудь или желтый, или вот этот вот. Так, это я сейчас все буду мерить, девочки. И вот эти купальники спортивные, да, коллекция вот подходит очень, под очень спортивные. Берут их в бассейн, например, потому что они достаточно закрыты, и плюс чашки-то можно ставить. Угу. Вот, и вообще красиво в бассейне, если вот я одену, допустим, купальник, да, и сверху я одену вот этот купальник, вот этот расцветки тут, вот они. Я сверху одену олимпийку и леггинсы, да? Я пришла в раздевалку, вот сняла леггинсы с олимпийка, осталась, грубо говоря, в купальнике. Да, думаю, вот, а потом... Кто, что, кому как удобнее. Нет, так. Я знаю, что девочки очень многие жалуются, что в бассейне очень сложно найти слитный купальник. Угу. Чашки, чтобы он красивый был, да, еще. Ну, естественно, чтобы еще и радовать. Вот эти вот тут туники шикарные. Вот это вот просто вообще необыкновенное. Вы можете также ее, как и халат, использовать дома. Вообще просто отличная туника. Ой, так вот это. А, вот еще, кстати. На Санжировской была у нас в Турции, девочки, вот такая туника. Только другой расцветки с кистями. Вообще, я просто от Лены не могла отвести глаз. Да, вот они. Да. Смотрятся просто потрясающе. Да. Да. Лен, вот красные. Блин, нашей банде надо брать одинаковые купальники. И вот это вот будет бомба. Потому что мы, в принципе, все одинаковые, мы блондинки, все с хорошими фигурами. Бери на всех и прилетай. Точно, и всем подарок на Новый год. Блин, да, но не знаю я. Решите вместе заказать, сделаем вам оптовую скидку. Вот, вот, нам будет скидка оптовая. Так, что за шоурум? Шоурум премиум фит. Я сейчас буду снимать для вас сторис в купальниках и буду делать отметку. Премиум фит 1. Так, спортивных купальников. Сколько они стоят, Юль, спортивные? Вот эти? Да. Эти 4200. О, вообще. Слушай, расцветки вообще потрясающие. Но я их сейчас тоже померяю вам. 4200 стоимость, кто интересуется. Купальники зачетные. Очень. А, и они с чашками, девочки. Да, да, да. То есть, если кому-то нужно сделать грудь более красивой, большего размера, то тогда вот эти купальники прям идеально будут. А кому не надо, ну как мне, значит, я чашки вынимаю. Подписчикам тоже, нам, вашим подписчикам тоже скидочка нужна. Но вы однозначно говорите, Юле сделает скидку, говорите, что промокод Калачева, и будет скидка. Я сейчас ее попрошу, чтобы она все моим подписчикам делала скидки. Хотя у нее и так самые дешевые цены, она официальный представитель нескольких брендов. Вот, поэтому у нее цены даже на некоторые, вот на эти костюмы у нее даже дешевле, чем на сайте у компании-производителя. Правильно? Так. Хорошего дня. Ладно, Леночек, давай, давай. Да, сейчас, в принципе, рабочее время, поэтому я тебя целую, мой котик. Вот хорошо, что хоть мы можем пообщаться вот так вот в прямом эфире. Ну, так мы в группе общаемся, но мне там некогда общаться, если честно. Так, ну что, мои дорогие, все, у меня сейчас разряжается телефон. Я начинаю раздеваться. И буду мерить купальники. Так, ну вот так пока поставлю. И буду мерить купальники. Оцените мое пальто. Вообще, пальто офигенное. Я сегодня зашла в один магазин за юбкой. Сейчас куплю вторую и купила пальто. И купила пальто вот такое вот. Хотя у меня этих пальто как собак нерезанных. Но думаю, ну вот такого у меня нет. Поэтому я взяла. Вот.
Ой, слушайте, еще прикол расскажу, пока еще зарядка не совсем у меня села. Короче, мне тут, знаете, стали писать такие, типа, вопросы. То есть сейчас почему-то во многих салонах красоты идет такое, то есть мне девочки передают, обсуждают Юлю Калачеву. Что же это за феномен такой, саратовский, вот Калачева такая стала вдруг популярной. Начали обсуждать, типа, того, что я делала подтяжки, что я там делала натяжки, вставляла сиськи, натянула всю рожу, сделала живот. Девочки, не верьте этому. Вот особенно, что вам сказать, такие вот, как вам сказать, дешевые вот эти сплетни, что она хорошо выглядит, значит, она вот это все себе сделала. То есть можно, то есть спортом типа не заниматься, за питанием не следить, можно поехать, все себе сделать, и будешь ты... 46 лет выглядит, как Юлия Калачева, а может даже и лучше. Это все бред сивой лошади. Бред сивой лошади. Ни одна подтяжка, ни одно моделирование живота, ни одна липосакция вас не спасет, если вы не будете вести правильный образ жизни. Понимаете? Липосакция, так, пальто вверх отстегивается, да. Что все натурально и сделано со спортом. Нет, конечно, я, может быть, и использую немного хирургии где-то что-то, но живот вообще, то есть живот мой родной живот. То есть у меня всю жизнь был отменный пресс, вот. Да, действительно. Да, как так, Юль, сколько таких, хотелось бы все хоть что-то сделать. Да, действительно, на это еще и нужно... В принципе, чтобы если делать у нормальных хирургов, то там еще бабла просто это стоит. Значит, помнят. Да, не говорите. Так, ну все, мои дорогие, спасибо всем за эфир. Спасибо. Так, если все это сделали, результат-то крутой, пусть говорят. Да, я себе нравлюсь. Вот. Я себя отлично чувствую. Веду здоровый образ жизни. Занимаюсь спортом постоянно, без пропусков. Правильно питаюсь, вот с водой, вода у меня всегда в сумочке, вот, и всегда на позитиве, никому не завидую, никому не желаю зла, вот это тоже самое главное, радуюсь жизни, чего и вам, мои дорогие, желаю, вот. Спасибо вам большое, все, так, орехи едите, я орехи очень люблю, могу съесть килограмм, но знаю, что они очень калорийные, я их не покупаю, потому что купить 5 орешков, скажет она, ку-ку. Вот, спасибо, мои дорогие, я очень рада была с вами пообщаться, смотрите теперь меня в стори, в купальничке. Завершить.